Эта девочка так странно говорила, я с трудом понимала ее. Судя по говору, она наверняка не из этих мест. Напрашивается предположение, что она скорее из другого времени, а не места. Точно. Может, оттуда обзор получше? Держишься? Не знаю. Как думаешь, что с нами произошло? У меня нет абсолютно никакого объяснения. Какой-то полный бред. Что он скрывает? Надо сохранять позитивный настрой, потому что паника никогда еще не помогала. И я лично не собираюсь тут торчать даже минутой дольше, чем это абсолютно необходимо. Поддерживаю. Спасибо за разговор.
Может, это связано с тем, что мы видели? Ну, это вариант. Там что-то впереди! А куда? Идем уже. Согласен. Смотрите! Стой! Стойте! Стоп! Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Что нам теперь делать? Я разберусь. Ждите здесь. Стойте, я пойду с вами. Эй, вы двое! Это нехорошо. Там есть кто-нибудь? Эй! Кто-нибудь? Эй! Что за... Джон! Кто вы? Что вам угодно? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Время нынче тревожное. Нет, подождите! Не подходи! Что за черт? Кто ты? Ты так... Это невозможно. Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя! Избави меня от видений! Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня! Ты мне не супружник. Пойдем в город. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке?
О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь, как я. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, Анжела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Я с Джоном. Я с Эндрю. Город недалеко, так что пойдем все вместе. Тихо, бабуля, тебя не спрашивают. Все, тайм-аут. Давайте успокоимся. Подумаем, как лучше поступить. Если разделимся, охватим больше. Я с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Чувствую, нам повезет больше, чем остальным. Главное, чтобы хоть кому-то повезло. Стойте! Слышите? Спасибо. Как у нас дела? Норм. Это был просто старик из бара на велике. Старый пьяница. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Пойдемте. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Но я знаю, что в Литл Хоуп были суды над ведьмами в то же время, что и в Салеме. Что там было? Вы можете и сами догадаться. Что там такое? Что это? Ну что? Ты встревожена. Все окей? Да, ничего. Я в порядке, просто что-то не так. Ох. Сложно уложить в голове все, что мы пережили сегодня. Все справляются по-разному. Джону, к примеру, хочется быть нашим лидером, альфа-самцом. А Дэниел Стейлор испытывает другие потребности, несколько более животного характера. Как ты справляешься? Я умею выживать. Мучительный брак и... Еще более мучительный развод этому учат. Конечно, ты уже наверняка понял, что положиться можно только на одного человека. Себя. Не ставь крест на остальных. Только вместе мы сможем отсюда выбраться. Что-то не уверена. А ты говоришь, как Дэниел. Надо догнать Джона. Thank you.
Вы в порядке? Такое чувство, что Анжела постоянно меня оценивает и осуждает. Я чувствую ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Наверное, сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Что-то я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. То, что мы видели, думаете, оно сверхъестественное? Все больше на то похоже. Жуткая девочка в тумане. Потом то на перекрестке, чем бы оно ни было. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. Да, понимаю. В любом случае, мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Нам нужно выбраться отсюда. Не нравится мне это. Беспокоиться не о чем. Стойте! Что? Что там? Там что-то двигалось. Не пойму, что ты делаешь? Просто смотрю, что тут. Это взлом с проникновением? Это будет наш секрет. Да и нет тут никого.
Ты закончил там рыться? Я нашел это. Нахрена тебе пистолет? Он лежал под полом. Не надо было его брать. Оружие не игрушка, а нам и так хватает проблем. Я его оставлю. Ночка выдалась безумная. Он может нам пригодиться. Вот не хватало только убить кого-то. Я осторожно, честно. Ах, мужики и пушки. Держи эту штуку у себя в штанах, чтобы я ее не видела. Да что это за место такое? Профессор? У Эндрю есть пистолет. Что? Пистолет? С ума сошли? Мы не знаем, что скрывается в тумане. Лучше мы зря протаскаем пистолет, чем останемся беззащитными. Шанс получить пулю резко повышается, если у вас есть оружие. Ладно, если вам с ним спокойнее, можете оставить. Мне вообще уже все равно. Это место – наш шанс. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут? Поищите, чем можно разбить стекло. Дайте-ка, я разобью окно. Без проблем. Я справлюсь. Ну ладно, раз так. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Ну, долго вас еще ждать? Тут скорее рама сгниет, и стекло само вывалится, прежде чем вы наконец что-то сделаете. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Думаете, это бросок новичка? Вроде безопасно. Проще простого.
Дальше ты. Что, она правда выглядела как Анжела? Уж не знаю, что там видел Джон, но не собираюсь торчать тут и выяснять. Что это за звук? Ерунда, уверен. Конечно, его не продали. Кто захочет поселиться в такой дыре? И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я не фанат школ. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь.
Ты в порядке? Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Ведь эту же девочку видели Анджела с Эндрю. Без понятия. Эй, нельзя так делать! Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Вкиньте, не то он найдет меня. О! Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Отпусти ее сейчас же! Что сие за чары? Меня объял холод! Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду, так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Ну и что это было? Эти две девочки как-то связаны. Это не может быть совпадением. Я не пойму. Не стоит тут торчать. Уходим. Согласен. Рада, что ты здесь. Мы отсюда выберемся. Точно. Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут. Пойдем туда. Я помогу. Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Куда-то она ведет. Не уверена, эту тропу еле видно.
Похоже, это был какой-то магаз. Мало толку было от этой компании. Ты пролезешь? Да, но ты-то вот вряд ли. Эй, мое могучее сложение оставь в покое. Что? Могучее. Ну что? Подсади. Схвачу лестницу. Серьезно? Полезешь туда? Ну, есть другие предложения? Да. Не лезть в старые темные здания после того, что было этой ночью. Я постараюсь быстро. Если увидишь какую херню, кричи. Я вернусь. Окей. Ладно. Я скоро. Обещаю. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Там темно. Давай быстро. Бросай. Внутри! Там безопасно? Вроде бы.
Эй! Есть кто? Ау! Кто здесь? Как ты сюда попала? Как там дела? Я тут не один, а с пушистыми друзьями. Не бойся, на вид они сыты. Иди ко входу, я тебя встречу. Конечно. Сейчас! Уже иду! Ну же! Пусть хоть тут повезет! Да хватит уже! Иду я! Анжела? Как это... Черный ход закрыт. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Я... Да откуда ж мне знать? Не подходи. Ладно. Но объясните мне, как я сюда попал? И где я вообще нахожусь? Придержи язык. Тебе ведомы слухи о моей жене Эмми. Что? Я вас не знаю. Джон? Отвори дверь, Джозеф. Немедля. Что тебя так тревожит? Ты переменился, платье иное. Джозеф, ты препятствуешь исполнению закона. Если не отворишь, быть беде. Как нам быть? Я все исправлю. Даю слово. Не впускай их. Преподобный, маршал. У меня есть законные предписания на арест Эмми. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами.
Я не могу ее покинуть. Всем действием ты жене не поспособствуешь. Доверься правосудию. Отринь страх. Я сумею все исправить. Ну и где ты был? На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Ты не поверишь, но я видел людей, похожих на профессора и Анджелу. Я думала, у Анджелы крыша поехала на тему двойников, но видно нет. Ну, двойника Анджелы арестовали. Ее обвинили в колдовстве. Стремная девочка сказала священнику про Эми. И женщину арестовали. Женщина, Эми, похоже, в полной жопе. Мы облажались. Вместо того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Что скажете? Оглядимся. Поищем что-нибудь. Отлично. Мы уж вернемся из Little Hope, пока остальные еще разгуливают по лесам. Даже по здешним меркам это настоящая дыра. Что-то не так? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. У тебя есть криминальное прошлое, о котором мы не знаем? Ходил на красный свет? Эти захолустные участки все одинаковые. Тут где-то должен быть телефон. Зря надеетесь тут что-то найти. Это дыра, как и весь Литл Холм.
Ищите. Вот говно. Думал, что это выход. Прекрасно. Что-то должно быть. У нас победитель. Вот телефон. Это может быть выход. Гудка нет. Черт! Ого! Эй! Полегче! Может, хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут. Смотрите, провода нет. А тут где-то должен быть кабель. Что это? Как думаете, ответить? Дайте я. Осторожно. Спокойно, профессор. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Попробую успокоить говорящего. Истерикой мы ничего не добьемся. Не всем Little Hope потребна.
Окей. Прошу, успокойтесь. Я могу помочь. Но перед этим мне нужно узнать, где вы. Надавите! Узнайте, что за херня тут творится! Я терпелив, но я не потерплю насмешек. Пытаюсь. Так, скажите, где вы есть? Вы где-то здесь, в городе? Вдруг передо мной возникли мужчина и женщина. Я не приметила, как они подошли, и испугалась. Я их не знаю. Их одеяния и говор были мне незнакомы. Суть их речей я не уразумела. Я не ведаю, откуда сей мужчина и чего ему надобно. Я не могла уразуметь, о чем он толкует. Поверьте мне, молю. Меня ложно обвиняют в злодействе. Отпусти! Подойди и услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Я чувствую хлад внутриной. Что за происки демонов? Зверь обратил на нас злонамеренный взор. Между нас его слуга. Что за... Не вмешивайтесь. Сие мнимое свидетельство супротив меня — лишь злостный наговор. Ежели снизошла на нас тьма, правлю свет Господ. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Они что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом! Бедняжка словно одержима! Что твоих рук дело! Это ложь, преподобный! А что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду! Эми, коснись Мэри! Поглядим, что будет! Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти! Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала! Оставьте ее! Чьи слова? Кто здесь? Боже, храни нас. Помоги мне. Они среди нас. Умоляю. Хозяин тебе не поможет. Все кончено. Они среди нас. Они среди нас. Нет!
Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же, ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас. Что это была за херня? Это взаправду? Суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Я до усрачки перепугался. Особенно девочка жуткая. Думаю, ее припадок был сплошным притворством, чтобы добавить подсудимой еще больше проблем. Та женщина, мой двойник. Что будет, если ее признают виновной? В Литл Хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть. Утопление, повешение, сожжение. Будем надеяться, что ее признают, точнее, признали невиновной. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Да ну. Она просто ребенок. Наверняка она даже не понимает, насколько все серьезно. Да все она прекрасно понимает. Так или иначе, подсудимая Анжела 2.0. Явно увидела нас. И не только она. Тут ты прав. Они точно нас видели. Девочка увидела, как мы появились из ниоткуда. Легко принять это за магию, особенно в то время. Можете оправдывать ее, как пожелаете. Я ей нисколько не доверяю. Дайте ей передохнуть. Даже мы не можем это объяснить. Как ребенок, живший 300 лет назад... Та женщина, мой двойник... Была так подавлена, просто в отчаянии. Да. Смотреть было тяжело. Может, вас потрясло, что та женщина так похожа на Анжелу? Конечно. Нельзя увидеть знакомого или кого-то похожего на него в такой ужасной ситуации и быть равнодушным. Спасибо, Джон. Как это мило. Кто это? Эй, профессор! Вы там? Ладно, идемте. Тейлор, мы здесь! Не получается дверь открыть! У нас тоже. Похоже, заперто. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1... Тейлор? Профессор? Нашли что-то, что нам поможет? Ничего, что могло бы помочь. Но вот, глянь. Прикольный. Поверить не могу. Я видел этот брелок во сне. Это уже странно. Не только странно, но и важно. Знать бы, почему. Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю, я готова рассмотреть теперь и другие варианты. Рада, что вас это веселит. Лично я думаю, мы по уши в дерьме. Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше. Идея неплохая, но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Ну что ж. Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем.
Ночка выдалась адская, но мы точно справимся. Кто бы мог подумать, под личиной Ботана скрывался герой. Тейлор, взгляните на это. Это что за нахрен? Что это такое? У вас здесь есть родня? В этой дыре? Нет уж. Почему эта странная хреновина на меня похожа? Зачем было отправлять сюда автобус? Да не зачем. Но все как всегда. Ни хрена не вижу. Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Итак, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Ладно. Ну да. А это безопасно? Не бойся. Мы с профессором тебя быстро переведем. Ну да, мы вас переведем.
Что же делать? Согласен. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Я не знаю, как помочь! Скажите, что сделать! Молю, сэр! Смилуйся! Спаси! Дьявол подле нас явился к своей слуге! Он освободит ее от цепей! Айзек, завершим же деяние поскорее! Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно! Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Молю. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. То не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Лишь вас самих. Айзек. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Сейчас! Я вернусь за вами, Джон! Держитесь!
Ну же, хватай мою руку! Подпрыгни и хватайся! Ладно, я верю тебе. Да, судьба Анжелы была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет ничего такого ужасного. Отлично, пока обошлось без жертв. Все могло обернуться иначе. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь, не так ли? Или отнять ее? У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки. Ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Идете в одиночку, смело, независимо, возможно, глупо. Скоро узнаем. Идите же, вам нужно продолжать, как бы ни было страшно.